Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я Анатолий Голя. Вы смотрите новую неделю на ТВ-8. Сегодня мы начнем подводить итоги, некоторые итоги года. Поговорим о молдавской политике, о ситуации в стране и в регионе, об экономике тоже. У нас в студии бывший премьер-министр Ион Стурза. Добрый вечер. Добро пожаловать на ТВ-8 и в Кишинев. Спасибо за приглашение. Добрый вечер. Я на самом деле давно приглашаю господина Стурзу, но он не так часто бывает в Кишиневе, во-первых, во-вторых, слишком занят. Но я знаю, что вы внимательно следите за тем, что происходит в Молдове, не только в Молдове, вы очень информированный человек. Поэтому хочу спросить ваш прогноз или предположение. Все ожидают в Кишиневе не только заседание Совета Европейского Союза, которое состоится 14-15 декабря, уже совсем скоро. Какие решения следует ожидать? Как удастся преодолеть разногласия по Украине или нет? Молдова останется в пакете с Украиной или нет? Чего нам ожидать от этого заседания? Должен вас разочаровать и, наверное, многих телезрителей. Ничего не произойдет в четверг-пятницу, к сожалению. Попытка убедить Орбана и, соответственно, правительство Польши, Венгрии проголосовать за начало переговоров с Молдовой и с Украиной, по всей видимости, провалилась. И я думаю, что этот вопрос не будет фигурировать вообще на повестке дня. А вообще повестки дня не будет? Да. Или если он будет фигурировать, то это для того, чтобы показать всему миру, кто против. Сразу скажу, что это не проблема Молдовы. И даже не Украины. Это проблема взаимоотношений Орбана лично и правительства Венгрии с Евросоюзом. И Молдова, наоборот, по моей информации, из того, что я разговаривал с некоторыми чиновниками в Брюсселе, выполнила практически все предварительные условия. Да, остались некоторые статистические, как говорил министр, 10%, это связано с борьбой с коррупцией, но борьба с коррупцией – это вечная тема и реформа судебной системы. Более того, Еврокомиссия была готова начать на второй день переговора с Молдовой. Это бы означало, что мы пошли бы по так называемой fast-track, rapid, или по ускоренной процедуре. И уже с первого квартала будущего года мы бы начинали получать большие пакеты финансовой помощи для того, чтобы модернизировать и готовить страну к вступлению в Евросоюз. Но это, по всей видимости, по крайней мере, до марта нужно будет подождать. Что изменится до марта? Ну, как образно выразился один из высокопоставленных европейских дипломатов, по всей видимости, на этом саммите лидеров Евросоюза будет много крови на стенах. По всей видимости, все уже осознали, что Орбан пошел слишком далеко, поставив практик в эмбарго на расширение, не только расширение Евросоюза, или даже не расширение Евросоюза, мы же говорим о том, чтобы начать переговоры. В 60-е годы и Турция начала, и до сих пор. Что, по большому счету, ничего не означает, ничего потому что не переговоры означает. Каждая страна проходит по-разному. Более болезненно даже, я считаю, это то, что Венгрия до сих пор не ратифицировала вступление Швеции в НАТО и многие другие вещи. Видимо, это уже как бы стало серьезной проблемой. И попытки того же Макрона в последние часы добиться какого-то положительного решения в Венгрии не увенчались успехом. По-прежнему 26 стран за, Венгрия против. Ну, это связано с внутриполитической ситуацией самой Венгрии. Могут пересмотреть порядок принятия решений, чтобы не консенсусом, чтобы не единогласно пересмотреть? Ну, это как бы атомная бомба, как все говорят. Да, могут пересмотреть, но это фактически означало бы исключить Венгрию вообще из процесса принятия решений. Ну, знаете как, Венгрия всегда как-то удавалось быть на невыигрышной стороне истории после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. И сейчас, кстати, я сам слышал, как президент, который соратник Орбана, говорил, ну, мы, кажется, опять не на той стороне истории. Президент чего? Венгрии. Президент Венгрии, говорит. Да, и, кстати, они последние дни
неоднократно передавали приветы руководству Молдовы, насколько я понимаю, и заверения, что они нет, они только... Против Молдовы они ничего не имеют. Но мы должны понимать, и это, я думаю, что это решение руководства Молдовы, никаких сепаратных переговоров. Молдова должна идти в тандеме с Украиной в этом процессе. По крайней мере, до получения, до начала переговоров. До начала переговоров. Вместе были приглашены, вместе получили одобрение Еврокомиссии. И вместе должны... Это очень честный и правильный подход со стороны... А дальше уже в ходе переговоров? Безусловно, там, безусловно. Экономики это совершенно разные, ситуации разные. В зависимости от прогресса. От прогресса реформ, которые каждая страна будет показывать. Но ситуация такая. Я, кстати, был один, наверное, из немногих, который не показал такого большого восторга, по крайней мере, в Фейсбуке, когда Еврокомиссия анонсировала. Еще с лета было понятно основным игрокам, крупным игрокам Европы, что Орбан играет по-крупному. Это его последний шанс вырвать десятки миллиардов с Евросоюза, не выполняя 25 пунктов условий и реформ, которые он должен был выполнить перед тем, как начинать получать следующий транш субвенций и помощи со стороны Евросоюза. Это очень тяжело, кстати. Это связано с правовым государством, с демократизацией, с правом меньшинств и другое. Это все против того, той системы, которую он построил. И которую венгры в течение многих лет как бы давали голоса. В марте ситуация может измениться или решения по Молдове и Украине могут приниматься разные, раздельные? Раздельные я не думаю. Видя настрой как бы руководства Молдовы. И, да, есть такие попытки. В первую очередь попытки со стороны Венгрии убедить Молдову, что надо как-то без Украины. Для того, чтобы сохранить хоть как-то лицо. Опять же говорю, не проблема Украина даже для Венгрии, там меньшинства, понятно, да, между... и так далее. Это проблема, да, это внутрисоюзная. Это действительно как бы тесно на зрелость Евросоюза и шантажировать ее без конца, да и Соединенные Штаты тоже. Я думаю, что Венгрия должна решить, с кем и как. Они как бы с Путиным, с Ким Ир Сеном или с Европейским блоком. Да, но это мировая пресса. Я читал и датские издания, и Deutsche Welle, и другие говорят, что это будет большой подарок Владимиру Путину, потому что речь идет не только о начале переговоров, но и о большом пакете помощи для Украины. И Венгрия заблокирует и это тоже. Да, действительно, там идет речь о 70 миллиардов. 50 миллиардов – это помощь экономическая, 20 – военная помощь и так далее. Это очень серьезный пакет, который должен, по крайней мере, застраховать в случае, если не будет принят пакет Соединенных Штатов. Но, опять же, не по мировой прессе, а из тех источников, которые у меня сложились исторически, я думаю, что Соединенные Штаты до конца года одобрят план помощи Украине. Но это не решает в долгосрочном плане вопрос ситуации на Украине. И это подарок и молдавской оппозиции в каком-то смысле, потому что молдавская оппозиция, даже проевропейская, так втихаря радуется, если это будет означать провал партии власти и провал президента Майи Санду. Они просто ненавидят Майю Санду. Они радуются любым. Даже когда собачка укусила президента Австрии, они тоже радовались. И когда я одного из лидеров так называемых правых увидел вместе с Дадоном, с Кику, с Влах, с Дьяковым на так называемых европейских дебатах, думаю, о, ребята пошли дальше, чем мы предполагали. Да, я видел, я понимаю, о ком вы говорите. Я не думаю, что это сильно разочаровывает или расстраивает эти карлики политические, расстраивает руководство Молдовы. Она имеет свою цель, и она не так по-другому добьется свою и поставит Молдову на правильной части истории.
Но когда мы говорим о выполнении, премьер-министр Дарин Ричан сказал, что реформы внедрены на 94%, то, что оговорено с Еврокомиссией. С другой стороны, Еврокомиссия говорит, что выполнено 6 из 9 полностью, а по 3 деолигархизация, борьба с коррупцией и реформа юстиции есть отставание. Я сегодня смотрел отрывок вашего интервью моей коллеги Марианы Раци 2 года назад, когда вы сказали фразу «Песика требует аяты» относительно реформы юстиции, что нужны радикальные меры. Но вас, похоже, не послушали. Радикальные меры не последовали, пошли по тому пути, по которому вы говорили, что не надо идти. Ветинг, приветинг, проверки. Очень демократический, но очень длинный путь реформирования юстиции. Ну, это даже не демократический, совершенно даже не демократический, потому что этот ветинг, приветик, он выходит за рамки конституционного поля. Раз уже мы выходим за эти рамки, надо было действовать. И надо было действовать в первые 3-4 месяца, когда все были в шоке, что вот новая власть выиграла с огромным перевесом. И когда все ожидали, что их просто пригласят и скажут, ну, спасибо, идите. Как было в случае с Конституционным судом после смены власти. Да, обычно так происходит, и все как бы это воспринимают нормально. Ну, потом они как бы все эти деятели из судебной системы, с прокуратуры, с других, они как бы поняли, что ничего не происходит, что там началась эта бесконечная возня с ветингом, приветингом и так далее. У меня было свое видение, и это видение было, базировалось на опыте Румынии. В реформе судебной системы. И, кстати, сегодня Румыния может сказать с полной ответственностью, что мы можем говорить о Румынии с полной ответственностью, что там практически нет коррупции в этих органах. Да, мелкая или какая-то очень отдельная. Не такая романтическая была, и не такая, знаете, новаторская была эта реформа, но они добились того, что буквально за короткие сроки они почистили всю систему. Но посадили бывшего премьер-министра, посадили бывшего лидера правящей партии. Правильно, правильно. Они посадили, потому что они четко разделили поляну на тактическую и нетактическую, как себе образно один из руководителей спецслужбы высказался. Но большая разница между Румынией и Молдовой, что она была на контроле у НАТО и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки понимали, что это вопрос безопасности не только Румынии, коррупция, но и всего альянса, и они приняли соответствующие меры. Но все как бы прошло, и вот видите, у них это все состоялось. А у нас еще 2 года будут говорить о ветинге, приветинге, потому что у нас там есть комиссия из отставных прокуроров, генералов там из-за рубежа, которые получают деньги даже за стирку носков. Им-то что? Время проходит, деньги идут, а у нас ничего не происходит. Принцип солдат спит, служба идет. Правильно. Но многие говорили даже, что после 2019 года надо было применить закон, который тогда приняли, это постановление о захваченном государстве, и действовать соответствующим образом. Ну, для чего приняли? Вы знаете, в политике, как и в истории, нет такого понятия «если». Так случилось. Сегодня все понимают, что мы в тупике с этой реформой, что этой реформе, в принципе, эту реформу саботируют сами некоторые представители власти, да, разделившись на кланы, впавшие в зависимости от различных кланов. И это самая серьезная проблема. Вы имеете в виду даже в руководстве партии, в руководстве парламента? Конечно, конечно. Это видно даже невооруженным глазом. Если кто-то не хочет, то он не хочет. И могут там американцы, им это зачем? Им нужны результаты выдавать, показывать эффективность, готовиться к следующим выборам. Знаете, человек слаб. Он, кроме того, что он хочет деньги, это первое, что он хочет. Человек хочет власти. Человек хочет, чтобы он как бы чувствовал, что он решает эти вопросы. Я, например, не могу, конечно, сейчас публично говорить, но когда-то, наверное, мы будем и этот вопрос анализировать. Знаю человека, который представил себя, что он может решить вопросы, кто должен быть в высшей судебной палате, в высшей прокуратуре и так далее. Он там раскладывает карты и так далее. Это сейчас или раньше? Сейчас.
и ставит условия политической власти. Да, ну, как бы этот всегда, в принципе, был торг, когда были непонятные правила игры. Это тупик. И это, кстати, основная часть невыполненных обещаний Республики Молдова. Ну да, да. Вы когда говорите о кланах, вот поконкретнее, потому что вот говорят, что там Андрей Спыну контролирует часть депутатов парламента. Ну, так ПАС опровергает. Мы едины, мы одна команда, мы идем вперед. Ну, это нормально, что Андрей Спыну. Он один из фаундеров, да, основателей партии и так далее. Он прошел прекрасную школу, сидя с кавычками для кого-то, а для кого-то нет. Рядом с Владом Филатом он знает, как в политике вопросы решаются. Да, он, наверное, надеется, что часть... Но на самом деле там есть один человек, который все решает, и которого зависит будущее, в том числе Спыну политическое. Это Майя Санду. Если кто-то там не понимает, то он глубоко ошибается. Я не вижу, за исключением там, 2-3 человек, которые бы поднялись на несколько пунктов в рейтинге узнаваемости, даже не политического влияния в стране. К сожалению, мы, или к счастью, даже не могу сказать, политическая система сегодня в Молдове зависит от Майи Санду. Когда вы говорите, что Спыну учился у Влада Филата политики, это положительная характеристика или отрицательная? Есть и положительный фактор. Нельзя отрицать, что Влад Филат действительно понимал, чем едят политику в Молдове. То, что он ел ее за одним столом вместе с Плохотнюком, это другой вопрос. Но то, что они заложили, и примкнувший к ним Дадон правила игры в молдавской политике, сегодня саботирует нормальный политический процесс. Я вам приведу пример, и это было видно в местных выборах. Никто сегодня не поднимает свою пятую точку для того, чтобы работать в интересах какой-то партии, если ему не положить в кошелек $1000 или евро, да, и бензин еще в автомобиль, который арендует тоже партия. Или все сегодня как-то увидят, что нет той былой активности Шора и так далее. Никто сегодня не выйдет в центр Кишинева, за исключением, конечно, фермеров, которым сегодня особо нет чего делать, зима, не выйдет в центр без 500 лей. То есть у нас все, как бы вся эта политическая система двигалась в ту или иную систему в обмен на деньги. Сегодня нет денег, нет политической активности. Вы говорите, что решает Майя Санду. В этом контексте достаточно неожиданным, по крайней мере для меня, но и не только для меня, было возвращение господина Спыну в правительство. Мне даже когда сказали за день до этого, что он вернется, я не верил. Потому что у него все-таки, не говоря о том, о плюсах, минусах, достижениях, у него очень сильный, высокий антирейтинг. И это идет в минус партии ПАС. Тем не менее, вернулся. Сейчас говорят, что возможны кадровые перестановки, рокировки, что он станет премьер-министром. Ну, это, знаете, из области спекуляции. Возможно, что один из этих актеров этой повести, которую вы нам рассказали, он сам не запускает эти слухи. Но он же вернулся. Ну, во-первых, по крайней мере, из моих контактов с людьми, что волей-неволей, даже на улице люди меня спрашивают, они почему-то думают, что я могу передать их мнение руководству страны и так далее. Да, я должен подтвердить ваше ощущение, что существует огромный антирейтинг у Спыну. И это было шоком для всех. Здесь, конечно, нужно разделить две вещи. Во-первых, я не думаю, что Андрей коррумпирован. Или какие-то он продвигает свои личные интересы финансовые. Политические – да. И думаю, что это была с политической точки зрения возврат его в такой короткий срок была большой ошибкой, которая сыграла против партии власть. Есть надежда, что он эффективный менеджер и восполнит, скажем, эти политические проблемы партии эффективным управлением там, инфраструктурных проектов и так далее. Увидим. Смены премьер-министра вы не ожидаете? У нас хороший премьер-министр. Опять же, ощущение людей не мое. Я встречался с работником одного из моих
предприятий, которые встречались с господином Рычановым. И они были в восторге. Говорят, слушай, вменяемый человек, говорит на нашем языке и так далее. Я думаю, что это он один из немногих сегодня в руководстве страны, который имеет богатый опыт и в экономике, и в бизнесе, и в политике, и в сферах безопасности. Это оптимальный вариант. И, кстати, не такой властолюбивый, как другие. У него нет столько комплексов и желания кому-то чего-то доказывать. Он занимается своим делом. А кого вы бы поменяли в составе нынешнего правительства? Ну, знаете, я, во-первых, не знаю всех. Я, конечно, критикую там Алайбу или еще чего-то. С любовью, кстати. Они говорят, вот даже в комментарии к вашей передаче. Да-да-да. Говорит, с одной стороны селфи в кофе, а с другой критикуешь. Так, того критикуешь и бьешь, кого любишь. А кого не считаешь... способным на изменения, конечно. У меня свои претензии к господину Алайбе. Я, как бывший министр экономики, очень раздосадован, что министр экономики сегодня не занимает ту должность или то место, которое должен занимать в иерархии государств. Но это другой вопрос. Я, честно говоря, не могу сегодня давать оценки и так далее. Для этого есть премьер-министр, есть другие. У нас короткая реклама на ТВ-8. Мы вернемся в студию после рекламы. Оставайтесь с нами. Еще много интересных вопросов предстоит обсудить. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă. Netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19.45, doar la TV8. Milioane au fost tot. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Cine veniți? Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu trebuie. Nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Vă ghicet un copil, nu doarme acasă, deși are casă. Am fost supravegheat de pe malul celălalt și fac băieți treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Așteaptă o clipă. Nu recunoașteți nici acum că atunci erați în stare de bretate. Și nu ne dați voie să fim așa. La jur de securitate. Avem un sistem de apărare anterior. Fiecare zi un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00. Doar la TV8. Agricultura nu mai poate fi o povară, ci o șansă. Secretul, tehnologii de ultima generație și tradiții readaptate. Istoriile fermierilor de succes și opiniile experților la Agroperformanța. O emisiune despre ocupații milenare în lumină nouă. În fiecare sâmbătă dimineața de la ora 10 la TV8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива.
Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Психологul meu. Joi, ora 23:00, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care le cere așa și se murează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce opinieți? Fimiți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiari lucrări. Aveți ceva de ascuns sau ce, că nu înțeleg? Nu, nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă... Мы вернулись в прямой эфир. Господин Стурза, вы не можете давать рекомендации, кого нужно менять в нынешнем составе правительства? Конечно, нет. Только премьер. То, как себя правительство повело, вы как бизнесмен, больше вам вопрос, как правительство повело себя в этой ситуации с фермерами? Вот что следовало делать? Как? С одной стороны, я прекрасно понимаю ситуацию, в которой оказались фермеры. Да, это, конечно, яма, связанная с конъюнктурой рынка. В два раза упали цены по сравнению с прошлым годом. В прошлом году был восторг, экстаз. $600 тонна рапса, да, 450 подсолнечника и так далее. Это оправдывало любые инвестиции и любые кредиты. Но в рынок сыграл злую шутку. Он вернулся на тот же уровень довоенный. Сегодня цены, в принципе, те, которые считаются нормально. Тем не менее, как бы все... Импуты, которые были потрачены для того, чтобы произвести этот урожай, они значительно выше, чем сегодня стоимость самой продукции. Есть бизнес-составляющая. Я крайне удивлен, что поставщики необходимых там, удобрений, семян и так далее, которые мы знаем, кстати, это большие трейдеры, да, это основные трейдеры, банки не согласились на реструктуризацию долгов, не сделали такой так называемый хиркат, когда часть задолженности она
Погашается. Погашается и так далее. Это нормальный бизнес-процесс, который бы позволил всем выжить. Есть резервы. И у этих трейдеров, которых мы знаем, есть резервы у банка. Кстати, насколько я понимаю, банки жалуются, что Национальный банк им категорически запретил сделать реструктуризацию долгов для сельского хозяйства. Они заботятся о системе. Кстати, о банке Национальном стоит отдельно переговорить. И в интересах, чьих интересах сегодня Национальный банк работает. То есть, если это коммерческая составляющая... Но они после кражи миллиарда боятся всего. После кражи миллиарда они должны были, Национальный банк, по крайней мере, заботиться о том, как центральная институция, ответственная за возврат этих краж, вернуть хоть что-то, зеро, да? И многие другие вопросы. Значит, возвращаясь к Фенерам, я понимаю, и это, ну, часть их проблем нужно решать в этом поле. Часть не будет решена при никаких обстоятельствах. Можно дать людям, которые сделали неправильный бизнес, решение, приняли неправильное бизнес-решение, давать любые деньги. Они не спасут свое дело. Да? Ну, это законы рыночной экономики. И третье, конечно, можно по средней температуре раздать деньги всем. Но это тоже не совсем правильно, потому что не все использовали выделенные субвенции на производство или на прямые нужды. То есть это комплексное решение, которое, я думаю, что решается в тиши кабинетов и в взаимных переговорах, а не на площади. Ну, вышли, правильно, показали свою технику. Кстати, неплохая техника у молдавских фермеров. Совсем неплохая. Совсем, да, неплохая. Еще одна проблема, тоже хочу задать, в том, что люди спрашивают, что происходит на границе с Румынией с этим грузовым транспортом, с тирами. Человек пишет, вот я администратор транспортной компании, очередь на границах 10-12 километров, необходимо стоять 5-7 дней. Водитель все это время не спит, потому что должен передвигать машину. Это большая драма, она называется вступление Румынии в Шенген. То есть Румыния должна показать своим западным партнерам, что они контролируют границу. И эта ситуация не станет легче. Кстати, те условия, которые выдвинула Австрия последние, это означает, в принципе, усиление контроля на границе. И сегодня это практически зануляет все прибыли молдавских компаний. Вы знаете, 7 дней стоят на границе загруженным вином, который должен поступить до Нового года в Румынии и так далее. Это и технические вопросы, это и, кстати, большая техническая отсталость таможни на Румынии. В отличие от Молдовы, которая имеет ультрасовременные сканеры, китайского, но все-таки... Рабочие. Рабочие, да. В Румынии нет ни одного рабочего сканера на грейс. Все вручную. То есть эта ситуация будет продолжаться? Это, к сожалению, это будет продолжаться. Это должно быть постоянной заботой молдавских властей и давления и лоббизма в Бухаресте, для того, чтобы это решать, выделить дополнительные людские и технические ресурсы для того, чтобы флюидизировать трафик и не только заниматься этим популистским смещением для легкого трафика и так далее. Я хочу чуточку вернуться к европейской интеграции и задать два вопроса. Первый, объединение с Румынией. Вы знаете, что в Молдове есть унионисты, которые говорят, что европейская интеграция – это розовая мечта, недостижимая, самый простой и эффективный путь объединения с Румынией. Вы, как человек, который живете на две страны, видите такое объединение этих стран? Я лично, и моя семья интегрировалась. Объединили. Во все и пользуется этим интеграцией и так далее. Это среднесрочный дезидерат, скажем. Но я думаю, что все-таки в единой семье в европейской это более комфортно для всех. И более понятная схема, чем такая. Скажу вам больше. Если это действительно бы решение. Нет, Россия оказалась бы, как она предварительно хотела, в течение 4-5 дней в Тирасполе, то объединение бы состоялось. Вне зависимости от того, что хотели бы в Кишиневе или в Бухаресте. Здесь я хочу как бы завершить свой поступок. Без референдума и без всего прочего. Без референдума и всего прочего. И вторая часть
Нет, ну, а сейчас же еще не решено, что Россия не может дойти до Одессы и до Тирасполя. Правильно, это не решено, потому что, в принципе, даже то, что Лавров проговорился на саммите ОБСЕ, он сказал, что, ну, Молдова как бы следующая будет. Следующая жертва. Следующая наша жертва. И если бы они действительно он дошли... Он сказал не наша, он сказал жертва Запада. Ну, естественно, там все дело в Западе. Вот один из дополнительных аргументов, что мы должны быть вместе с Украиной. Украина нас спасла. Некоторых, конечно, разочаровала Украина, что она, вот, не знаю, Дадона и компанию, она, конечно, жестоко разочаровала, что смогла выстоять перед этим брутальным нашествием россиян. А она спасла нас. Она как бы нас позиционировала вместе с цивилизованным миром. А дальше что? Война в Украине пока это затяжной характер. Это патовая ситуация. Это, любая война заканчивается за столом переговоров. Неизвестно это, когда. Я думаю, что в ближайшие 1.5-2 года будет какая-то ясность. Конечно, в Кишиневе еще очень много народу в политике, в том числе, видимо, уже почему-то из правого сектора, которые бы мечтают о том, чтобы не столько как в Кишиневе появились российские солдаты на танках, а в том, чтобы поменять режим в Кишиневе, стать Педниксом. Но, Анатолий, давайте сделаем такой анализ. Такой теоретический. Вот представьте себе, что в Кишиневе не было бы Майя Санду, ПАС, проевропейское правительство. Я об этом много раз говорил. И был бы Дадон. Да, я об этом много раз говорил, чтобы мне страшно представить. Это страшно представить. Это был бы анклав между Украиной. Это то, что происходит сейчас, кстати, с Приднестровьем. И Евросоюзом, Румынией и так далее. Это только гуманитарные вбросы самолетами для того, чтобы не умереть с голода или с холода. И ни газа, ни электроэнергии. Ничего бы не было. Ничего не было. Если сегодня в Приднестровье есть газ, свет и что-то еще, это потому что Майя Санду борется за Приднестровье. Перед Украиной, перед другими она... как женщина, как нормальный государственный деятель, не хочет устраивать в Приднестровье гуманитарную катастрофу. И вот тут мы подошли к моему второму вопросу о европейской интеграции с Приднестровьем или без. Майя Санду выдвинула так называемый принцип реинтеграции в два шага, или интеграции в Евросоюз в два шага, вернее. Сначала правый берег, потом левый. Это очень справедливый вопрос, или правильный вопрос, который вы задаете, когда был бы процесс интеграции в нормальных условиях. Сегодня с Молдовой разговаривают не по критериям перформанс, да, что они там, а по политическим критериям. Я думаю, что одно из условий финального решения по интеграции будет урегулирование Приднестровского конфликта. Ну, не думаю, что кто-либо в Европе согласится принять на равных правах Молдову с нерешенным Приднестровским конфликтом. Им хватает Кипра. То есть в конце вот всех процессов реформ нужно будет договориться. Думаю, что так. Вопросы безопасности вы упомянули. Вот как нам обеспечить свою безопасность? Там что-то делается по модернизации армии. Левые партии очень жестко критикуют это. Сближение с НАТО. Сейчас план ИПАП будет продлен на год. Потом другая программа будет для Молдовы. Нейтралитет, НАТО, безопасность. И вы, как бизнесмен, прекрасно знаете, что когда бизнесмены говорят о инвестициях, они первым делом спрашивают, а Молдова это где? Это в НАТО? Нет? Ну, о чем мы говорим? Ну, да, кстати, вы затронули очень такую больную тему для меня. Я с трудом надеюсь, что убедил своих партнеров об серьезной инвестиции, которую мы объявим до Нового года в Молдове, в промышленное предприятие. В основном, да, говорят, что вот вы находитесь в зоне риска, и это отчасти оговорка, потому что существует еще масса проблем, которые сегодня имеет Молдова перед тем, как говорит о безопасности. Там отсутствие рабочей силы, там отсутствие адекватной налоговой политики, отсутствие многих других вещей.
Вот. Но вопрос безопасности Молдовы не может быть решен индивидуально или на двухсторонней. Он может только на многосторонней основе. Когда вопрос стал о том, чтобы мы были оккупированы в течение нескольких дней, моя рекомендация была очень простая. Делайте все возможное, чтобы в Кишинев приехало как можно больше министров иностранных дел, премьер-министров и так далее, чтобы в Москве был дан очень четкий сигнал. Молдова не одна, и в том числе Румыния дала такой сигнал, что не надо Молдова, потому что это будет не то, что красная линия, а все линии пройдены. И это, кстати, во многом спасло, скажем так, Молдову. И Молдова вошла в такую траекторию любви, дружбы и помощи со всех других стран. Вот эти первые дни открытости Молдовы и обращения за помощью на Запад. Естественно, что в среднесрочном плане мы должны быть частью военного союза. НАТО. НАТО. Вы когда говорили о безопасности, я присутствовал на этой встрече, которую вы модерировали с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоаном. Это было пару месяцев назад, да, в сентябре, кажется. И вы там рассказали интересную вещь о том, что, раз вы сказали публично, то уже продолжим тему, что буквально в первый день войны или в эти вот первые дни Майе Санду был звонок из ФСБ о том, что мы скоро будем в Кишиневе, да, примерно так звучало. Ну, это был звонок не лично Майе Санду, потому что... Ну, сигнал был. Сигнал не в первые дни, в первые часы. Первые часы даже. Да, в 4-5 дней мы будем в Тирасполе, вы готовьтесь. 22 февраля. 22 февраля рано утром, да. Кстати, она тоже подтвердила этот факт. И потом Лукашенко там на карте показывал там оперативную карту, как они, Одесса, Тирасполь и так далее. Ну и заместитель командующего войсками, потому что мне кто-то в прошлой передаче я сказал, и кто-то спрашивает, какой генерал, о чем вы говорите? Заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миникаев в апреле 22 года уже сказал, что началась вторая фаза СВО, и мы будем в Кишиневе. А вот это что было? Это угроза в адрес Майи Санду? Это Нет, это была данность. Они настолько были уверены, и, кстати, под влиянием тех же людей, которые занимались и занимаются дальше Молдовой. Кремле, в МИДе. В ФСБ и ФСБ. В Кремле и так далее. Это те же люди, которые, там, это беседа, пятое управление, которое занималось как бы информационным и подрывным деятелям на Украине. Они убедили, наверное, политическое руководство, что это, ну, плевое дело. Ведь первые солдаты имели в багажнике парадную униформу для того, чтобы организовать в Киеве шествие на Крещатике. Да. Но это, они были уверены, что они в течение 4-5 дней. Это факт, даже этот звонок и та же карта, которую показывал по всем телевидениям Лукашенко, что вот мы так и так далее. Но это не случилось, потому что украинцы дали отпор. Ну и с тех пор, в принципе, от этих планов в более отдаленной перспективе Москва не отказывалась, о чем свидетельствует и заявление в Скопье господина Лаврова, о котором вы упомянули. И у нас следующий год – год президентских выборов. Понятно, что Россия не будет сидеть сложа руки, а будет действовать. Что следует ожидать? Следует ожидать, что молдавский народ изберет Майю Санду на следующий срок. Я просто не вижу других вариантов. Да? Если мы обидимся на нынешнее руководство... Опять же, я хочу разделить симпатии и антипатии к человеку Майе Санду. Мы говорим все-таки о принципиально важных вещах для этой страны. Куда мы ставим нашу страну? С цивилизованным миром или с Ким Ир Сеном, Путиным и Аталахом? Да? Я предпочитаю с Европой. Да. Я думаю, что Россия, конечно, не успокоится, она продолжает тратить деньги на Молдову. У нее, как бы, сейчас, насколько я понимаю, как бы две линии атаки. Да? Она продолжит дестабилизировать ситуацию через Шора и компанию, хотя они глубоко разочарованы результатами на местных выборах и то, что не удалось
взять какое-то там ощутимое количество мэров, да? Количество мэров и так далее. Но, как они считают, у них есть более, так бы, интеллигентные подходы. Они взращивают целые, скажем, плеяду или проевропейских лидеров, по крайней мере, которые декларируют, что они не против Евросоюза. Они продолжают контакты с ними, они продолжают их финансировать, курировать. Многие из них даже не чувствуют это. Я не думаю, что... Давайте возьмем кого-то из них, что он... Господина Чебанова вы имеете в виду? Ну, я думаю, что Иван Чебан и не согласится со мной, что он агент влияния России. Хотя остается вопрос, а что искали люди беседы ФСБ в его штабе избирательном? Те же люди, которые были... Это 4 года назад было. Додона, да. Что они искали? Что он искал 23 февраля 2022 года в Москве? Да, или почему... Ну, он сейчас проевропейский политик. Или почему он до сих пор не говорит внятно, что это агрессия, что война на Украине это плохо и так далее. Да, ну, это бог с ним. Пока он, примар Кишинева, работает на художественном впечатлении, да, там, цветочки, тротуары орнаменты. И так далее, орнаменты, да, это нормально, это нравится кишиневцам, хотя есть и технический аспект, а что с трафиком, что там с водоканалом, что там с выгребной ямой Кишинева, что там, это другие технические вопросы, которые надо решать. Знаете, как в художественной гимнастике, ты можешь, конечно, быть прекрасным в художественных аспектах, но техническая сторона тоже важная, да, то есть есть целая плеяда, которые, они более такие чистенькие и так далее. Кто еще? Ну, вы знаете, я был удивлен, что вот они так вдруг появились все вместе на так называемых европейских диалогах, да. Дадон, там, Кику, сзади была госпожа, или впереди Кику сидела господа Влах, там, и так далее. Дьяков, видимо, он на пенсии, так ему скучно. Там появился и Василий Костюк, и Штефан Глигер. Ну, Василий Костюк, я вообще не знаю, кто это такой, да, какой-то блогер. Глигер, да. Это лидер партии. А, да, извините. Я извиняюсь перед ним, я не знал. Это столько партий, 63 у нас, мало, 63 партии. Больше, 69, по-моему. 69, ну, неважно. Но Глигер, это, знаете, это, конечно, кейс-стади, да, это случай, который нужно анализировать. Сначала он хотел быть прокурором, получил самую низкую оценку. Потом он хотел участвовать в выборах в Бельцах и получил последние результаты. В республиканском выборах его партия это на уровне как бы статистической погрешности и так далее. И, видимо, он обиделся очень сильно. На что, на кого делать, знаете, массовку для Додона, это не самое лучшее, чем можно заниматься. Ну вот эти диалоги многие расценили как первую попытку наладить диалог и найти единого кандидата, ну, от левых сил. Не будет у них единого кандидата. Я не вижу Влах, что может договориться с кем-то, кроме как на ее условиях. Да? Кстати... И Додон тоже. Додон тоже. А Иван Чабан тем более. Он, если он захочет стать республиканским политиком, то, естественно, он должен ответить на те вопросы, которые я поставил. Как, впрочем, Ирина Влах должна ответить, что она делает каждые 2-3 месяца на антальских пляжах. Встречается ли она там или нет с эмиссарами Москвы? Так вот, вы ответили на свой вопрос. Их всех пригласят в Анталию или в Стамбул, или в Бурсу, или еще куда-то. И скажут, единый кандидат является товарищ такой-то. И все? Ну и что? Как сказали, не баллотироваться на выборах примара Кишинева. Вы знаете... У нас реклама. После рекламы продолжите свою мысль. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир. Тут один яс. Тут один яс. Суть этой истории. Каким сыном убежит вятца? Secrete de vedete. Muzica care îți place. Și nenumărate provocări. Ce faci tu în fiecare zi? Eu
Iubește viața. Duminică, de la 9:30 și la 21:00. Doar la TV8. Care-i culoare? Da tu știi pe Vania Pătăi? Da cum e, el e maladeță, e Vania critică și pune la punct absolut pități. Dar Vania rău nu face, numai bine, până oară el ne povestește în ribă care-i situația din țară. Vania băța pare ca soarele după ploaie, s-o întâmpla ceva în țară. Vania-ți spune până de sară, când apare vreun subiect, el se bagă și-l tijdioacă, chiar dacă-i de plâns o leacă, râs și hohă de provoacă. Vania se informează, apoi îi informează și pe alții. Pe Vania iubesc tăți, da mai ele-s deputații. Dar Vania iubește pe corifanii și corupți care stau pe ghebul nostru, cât de aici de-a tare mult. Aici stai Vania, Vania băți, da Vania iubește pe tăți. Aici stai Vania, Vania băți, da Vania iubește pe tăți. Vania băți. Доброго вечора. Ми з України. Тридцять лет независимости. Сім президентів. Десять парламентів. Сімнадцять правительств. Вибори. Боротьба за влияние. Війна у наших границ. Що далі? Хто ми і з ким ми? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. De la antreprenoriat până la strategii de marketing. Invitați de top din lumea business-ului. Experți și lideri de opinie care vă vor împărtăși cunoștințele și experiențele lor. Extindeți-vă orizonturile și îmbunătățiți-vă abilitățile de conducere alături de Andrei Crigan la Business App, doar la TV8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Приветствую всех! Вы смотрите новости на ТВ8. В студии для вас работает Ирина Стряпко. Bună seara, sunt Mihaela Rudenko și vă invit la știrile orei 17. Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Angela Gonța, vă invit la știrile TV8. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Здравствуйте, время новостей на канале ТВ8 в студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. Наши герои – обычные люди, настоящие профессионалы своего дела. Они расскажут о своей работе и о проблемах, с которыми они встречаются ежедневно, и о том, как они их преодолевают. Блогер – это не профессия. Там мужчина один сказал, что было вообще не смешно, и он ушел, и вообще ему вообще не понравилось. Вот если ты вообще не состоялся, вообще в твоей жизни все плохо, то ты идешь в анимацию. Машину оставляю, такси. Жизнь. Забыл и про коробку передач, забыл про... Вот просто памятник едет вперед. Я же старалась. Наши герои расскажут о неординарных ситуациях из их жизни и о тех аспектах, которые обычно не видны окружающим людям. Поведают о том, что у них накипело. Тут один яс. Тут один яс. Сута де историй.
Cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Dar ce ai zis? Că te până la unghier? Da, dar v-am zis și alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări. Ce îți faci tu în fiecare zi? Iubește viața, duminică, de la 9:30 și la 21:00, doar la TV8. Caricule! Мы вернулись в прямой эфир. Господин Стурза, мы говорили о том, кого в Стамбуле выдвинут единым кандидатом на пост президента. Вы считаете, что они не договорятся из-за амбиций? Ну, разные как бы будет иерархия, да? Это еще очень рано говорить. Естественно, сначала захотят, чтобы увидеть как бы единство, как они позиционируются друг перед другом. И в конечном итоге, конечно, Москва выберет кого-то и скажет другим: о, стоп, вот это наше решение, все работаем на единого кандидата, как, в принципе, работали на единого примара или другие вещи. Или в первом туре будут двое-трое, а потом поддержат одного, в зависимости от шансов. Безусловно, безусловно. У господина Дадона в этом случае, в этом контексте есть шансы? Он вернул к себе доверие в Москве, потому что ему сказали категорически нет, ликвидировали должность председателя партии социалистов, но через неделю состоится съезд, который выберет господина Дадона снова председателем ПСРМ, и он полон решимости взять реванш на выборах. Ну, он полон решимости, это не значит, что он и возьмет какой-либо реванш. Это было видно на местных выборах. Аналитики говорят, что это наиболее благоприятный вариант для Майи Санду, чтобы легко выиграть. Безусловно. Как и, в принципе, вот этот иконостас на диалогах европейских, которые мы видели. Все настолько разные, настолько эгоистичны в своих начинаниях политических и так далее, что... Они вряд ли договорятся. Они, да, придут в какую-то там студию, будут разговаривать друг с другом, а на самом деле будут подставлять друг друга. Плюс, вы понимаете, да, Дадон имеет как бы опыт, алгоритмы и какие-то структуры. Все остальные им, когда они в себе представляют... Вот представьте себе, что Ирина Влах или Иван Чабан сегодня стоит перед задачей организовать общую республиканскую партию. В каждом селе, в каждом районе и так далее. Это же такая труд, это же такой... Да. И столько денег надо для этого. Они, конечно, хотят, чтобы кто-то другой, или их пригласили в какую-то структуру действующую. Готовую. Готовую структуру, не знаю, там. Так вот она есть. Какая? Вы в Румынии прекрасно знаете, что есть у нас такая Европейская социал-демократическая партия. Это бывшая демократическая партия, в которой вы когда-то состояли. И есть господин Ион Чабан, который имеет рейтинг, является примаром Кишинева, но не имеет партии, по большому счету. И вот господин Чабан встречался в Бухаресте с господином Чолаку, и после этого пошли разговоры о том, что партия есть. Она, кстати, показала хороший результат на выборах, 3-е место по количеству примаров. Партия есть, структуры есть, примары есть. Вот лидер. Если они объединятся... Ну, результат, это, скажем откровенно, это результат исторической деятельности Дьякова, который заботился о примарах, о местных структурах и так далее. Он всегда этим отличался. И, кстати, партия на этом и держалась. И она как бы по инерции с 90-х годов на этом и держится. Это не заслуга нынешнего руководства. Да, но есть структуры. Есть структура. Это вполне возможный вариант, хотя, вы знаете, я немножко разобрался, кто там водил за ручку господина Чабана в Бухаресте и так далее. Ну да, есть такое движение, которое осталось от Плохотнюка, кстати, те, которые там были приближены к Понта, к другим региональным. Ну, Понта, не Драгня, нет. И которые, в принципе, водили за ручку господина Чабана. Конечно, это все не делается без участия и
согласия специальных служб Румынии, это закон в демократическом государстве, да. Прийти к премьер-министру вот так просто, здравствуйте, ну, тогда он был не премьер-министром, он был председателем парламента, но тем не менее, да. Тем не менее, вы совершенно правы. Нет, да. Он был уже премьер-министром, это сейчас уже. Это сейчас было. Не знаю, если он был. Он встречался сейчас уже, после выборов. Ну, вы знаете, в Бухаресте всегда отличались и потрясающей способностью ставить яйца во многих корзинах, и все корзины уходили под пресс, знаете. Я думаю, что сегодня так же. Ну, дело в том, что будущий год в Румынии будет очень турбулентный. Там 5 выборов и так далее. Дай бог, чтобы они разобрались со своими проблемами. Он во всем мире будет турбулентным. Везде будут выборы, начиная от Америки до России. И только России известно, что это выборы Путина. В остальных местах это... Да, да, я знаю, что в Кишиневе многие борются как бы с этим явлением, как дружба Ивана Чабану с некоторыми лидерами из ПСД. Это вопрос на двухсторонних, многосторонних встречах. А не стоит ли за этим господин Плохотнюк лично? Судя по тому, кто в Румынии водит за ручку господина Чабана по кабинетам, это старые друзья Плохотнюка, да. Могут быть такие предположения. Ну, не означает ли это, что вот господин Плохотнюк, я помню интервью, которое он якобы давал год назад, в ноябре прошлого года, сказал, что я вернусь в политику, я вернусь. После этого ничего не слышно. Вот год прошел, ничего не слышно. И не является ли это возвращением господина Плохотнюка? Знаю, ему, наверное, скучно там тоже на теплых пляжах, с другой стороны моря. Да? Не знаю, может быть, есть у нас люди и в Лондоне, которые хотят вернуться, и другие. Там много. Много, то есть много людей, которые хотят вернуться. И они не хотят вернуться, чтобы сделать что-то хорошее для этой страны, или имеет какое-то идеологическое начало. Они хотят отомстить. Они даже не хотят обратно свои активы, которые они потеряли. Как они в свое время забрали активы, так и у них забрали эти активы. В принципе, 0-0. Да? С чем начали, с тем и уехали. Но с другой стороны, я не думаю, что вся страна, весь электорат станет жертвой, как Гагаузия, внешнего управления. Значит, это вообще потрясающе, как целая автономия, целый народ попал в внешнее управление. Но схема работала. В прошлом году в Бельцах Таубер почти выиграла. Остановили. В этом году в Гагаузии на этих местных выборах тоже частично сработало, в том числе в Бельцах. Почему бы не попробовать на выборах президента? Ну, знаете, в Гагаузии, как оказалось, есть много романтиков, которым захотелось в космос. Шор ему обещал построить космодром через аэропорт и большое колесо обозрения, да, чтобы оттуда увидеть счастливое будущее. Да. Ну, это все наивность, потому что они увидели, что такое внешнее управление. Вот эти гордые ГГУЗы, которые всегда выбирали, может быть, неоднозначных, но сильных людей. Да, ну, у них были как все башканы были достаточно серьезные люди. И выбрали, как я сказал, предмет мебели, да? И потом еще и оказались, что с ними хотят управлять из Израиля, да? Вот как это все произошло? Это должно быть уроком для остальных. И, наверное, для гагаузов, что не надо тешить себе. А Илан Шор, он делает свою игру, чужую, кто за ним стоит, чего он хочет, чего он добивается, кроме того, чтобы не отбывать срок заключения? Нет, он делал свою игру, он хотел оттянуть, как бы... наказание за кражу миллиарда и так далее. Но потом, я так думаю, что его с удовольствием как бы взяли в обработку российской спецслужбы. И он сейчас поговаривает, что недавно встречался в Москве с серьезными людьми и так далее. Он как бы выполняет роль как бы Штрейбрехера. Он не выполняет серьезного, потому что все понимают, что он никогда не будет лидером, не будет президентом, не будет премьер-министром Молдовы. Но вот нагадить он может, да. А в Москве он встречался только с россиянами или там были и наши люди, которые туда ездили? Я не могу сказать. Ну, по крайней мере, то, что как бы информация из определенных кругов, что он встречался на хорошем населении. Но летал он через Стамбул, а там были тоже? Безусловно, Стамбул сегодня стал такой меккой для всех перебежчиков. Из Молдовы? Да.
Хотел вас спросить еще про Влада Филатова. Сейчас он является одним из самых ярых критиков нынешней власти. Он тоже жаждет реванша? И ну, у кого это, реванш? Знаете, я несколько раз разговаривал с ним по телефону, пытался его убедить, что лучше бы он занимался своей судьбой. И это последнее дело считать, что кто-то другой виноват в твоих личных проблемах. А Влад, наверное, считает, что все виноваты, кроме него, в том, что случилось с ним. И вот эта ярость и обида – это не самый лучший советник, когда ты хочешь заниматься политикой. Еще я вас хотел обязательно спросить в качестве бывшего премьер-министра. Много спекуляций по поводу того, как создавалась «Молдовагаз». Потому что вы в этот период были премьер-министром. Откуда вот исторический долг? И на ваш взгляд, сколько сегодня составляет этот исторический долг? «Газпром» говорит 709 миллионов. В том числе ряд долгов, которые, часть долгов, которые были до создания «Молдовагаз». Аудит показал, что гораздо меньше. Ну, во-первых, передача активов газотранспортной сети, в первую очередь, начался задолго до создания компании «Молдовагаз». «Молдовагаз» с участием «Газпрома» было создано по инициативе Валютного фонда Мирового банка. Как возможность частичного возврата долгов... В 98-м или 99-м? В 98-м году. Но вы были уже премьером. Нет, я еще не был еще премьером. Нет. Был господин Чубук, но это не важно. Я был руководителем экономического блока и участвовал, скажем, в этой концепции, которая была проголосована до нас, при предыдущем парламенте и так далее. Тогда была надежда на то, что вот Россия как бы возьмет контрольный пакет, и она будет заниматься долгами, компанией, развитием, корпоративным управлением и так далее. Это была наивная или не наивная позиция Валютного фонда Мирового банка. Это очень сложно сегодня оценивать, какие долги правильные, какие неправильные, что это амалгам решений и так далее. Есть решение у аудиторов. Честно говоря, я посмотрел бэкграунд этих аудиторов, только аудиторами они не являются. Да? То есть, но это политическое решение. Мы вам простили, вы нам простили, давайте жить дружно. Вот примерно так сегодня обстоят дела с долгами. Ну, никто прощать ничего не собирается, по крайней мере, «Газпром». «Газпром» — это уже дело второе. А кто спрашивает «Газпром», когда 300 миллиардов сегодня... скажем так, зарезервировано мировым сообществом для того, чтобы частично покрыть убытки от войны. И 10 миллиардов долг Приднестровского региона. Ну, это знаете как, это пинац, как говорят россияне. Еще хотел вас спросить, вы когда-то были акционером одного из банков вместе с Олегом Воронином, с семьей Воронина, потому что там и Владимир Николаевич был акционером. Как вас вежливо попросили, и не сожалеете ли вы, что вышли из состава акционера? Ну, знаете, у меня на днях как раз был разговор с моим сыном, я ему рассказывал, как это произошло. И он говорит, как, папа, ты так легко отдал ему контрольный пакет? Знаете... Я не помню, сколько акций было. 51%. 51% был у вас. Да. Я буквально за копейки отдал контрольный, весь пакет отдал Олегу Воронину, потому что была ситуация, что нужно было капитализировать банк. То есть нужно было развивать, принести деньги. И буквально через полгода, как Владимир Николаевич стал президентом, у Олега появились деньги. До этого он был должником банка, мы должны были продавать его собственность и так далее. Через 6 месяцев у него появились большие деньги, которые он внес в уставный капитал банка. Я хотел сохранить банк, хотел, чтобы он развивался, поэтому я отошел. Это первое. Второе, я, конечно, уже понимал, что Олег соблазнился, скажем так, на другие... чем бизнес-отношения. И он со временем стал относительно легкой добычей плохотнюка. Это был тот период, когда только Олег работал в стране, только когда тот анекдот ходил. Да, он работал и за Олега, и Олег прекрасно себя чувствовал. Он ездил в Париж, отдыхал в лучших гостиницах Европы, покупал автомобили, дома в Европе. Чего работать, если плохотнюк за тебя работает? Ну и в конце концов контрольный пакет тоже потерял из-за решений...
в том числе Национального банка? Ну, я не знаю, Национальный банк, видимо, как многие другие решения, честно сказать, Национального банка очень спорный. Вообще, я считаю, что Национальный банк сегодня работает больше против страны, чем за страну. Да? И у меня есть много аргументов на этот счет. Почему? Инфляцию контролирует, курс стабилен, валютные резервы растут, все хорошо. Это по мнению вашему и валютного фонда. Вы выйдете на улицу и спросите, что имеют граждане Молдовы от того, что у нас самая крепкая валюта в мире. Все валюты девальвировались, помогая экономике и экспорту. А у нас на 8% только в этом году вырос курс доллара и евро. У нас потрясающий Национальный банк, который управляется человеком, который был поставлен Плохотнюком. Да, это у меня уже возникает много вопросов. Человек, который не хочет ни за какие коврижки, да, общаться ни с правительством, ни с президентом. Человек, который, в принципе, сегодня практически запретил банкам развиваться, в том числе международных инвесторов под видом того, чтобы контроль инвесторов и так далее. И не в последнюю очередь нужно задать вопрос, вот все запрашивают, а где же деньги, которые украли в банках? Ведь Национальный банк, его структура ответственна за возврат средств. Ноль. Да? В чьих интересах работает сегодня Национальный банк Республики Молдова? В моих как предпринимателя нет, банков нет, правительства нет. Да, у нас 4 миллиарда резервов, потому что... 5. Потому что 5 это, в этом году пришел миллиард с чем-то. Миллиард с чем-то. Пришел только в заимствование и гранты с зарубежных стран. Конечно. Опять же, многие вот вопросы там насчет Алайба, министра и так далее. Говорю, я хочу, конечно, на итоге увидеть профессиональный разговор между Национальным банком, Минфином, правительством, экспертным сообществом о макроэкономике, о торговом балансе, о платежном балансе, о валютных резервах и так далее. Молдова единственная страна в мире, которая не использовала монетарные инструменты Национального банка, чтобы бороться с пандемией, с последствиями пандемии и инфляции. Единственная. Потому что у нас самый католический банк в мире. Я так понимаю, что вы не сожалеете о том, что вышли из банковского бизнеса в Молдове? Нет, судя по тому, как потом банк вырос, я сожалею, что у меня не имел те миллионы долларов, которые имел Олег Воронин. Чтобы сохранить контроль. Чтобы сохранить и капитализировать банк. Вы делаете бизнес в основном в Румынии, но и в Молдове тоже имеете предприятие в Колораше. Знаю, вы сказали, что объявите о крупном инвестиционном проекте. Где будете развивать бизнес? Какой бизнес будете развивать? Дело в том, что я не могу пока объявить, потому что у меня это совместный проект с моими партнерами, и они на бирже и так далее. Нужно соблюдать определенные правила. Да, я собираюсь в дальнейшем вкладывать, как и до сих пор, в промышленность Молдовы, в сельское хозяйство и так далее. Кстати, благодаря моим взаимодействиям с сельским хозяйством я как бы снимаю температуру, что там происходит. Ну, не совсем как бы там драматично, как некоторым кажется. Да? Это, конечно, безумие, как говорят мои члены семьи. Вот ты опять в Молдову. Да, ну продолжаю свои проекты, связанные с образованием. Вот сегодня мы подвели итоги. Экономическое образование. 33 тысячи детей учат экономику благодаря нашей организации. Да? То есть этим я буду заниматься. Но они не возвращаются в Молдову. Очень многие. К сожалению, да. К сожалению, наоборот, они все больше и больше уезжают. И это, кстати, проблема не только Молдова. Значит, Европа сегодня, она осталась без рабочих рук. И им, конечно, проще сифонить у нас, чем из Африки или из Ближнего Востока. Где проще делать бизнес, в Молдове или в Румынии? Конечно, в Румынии. Там системно, там понятно, там работает юридическая система. Но там есть рынок. Там есть рынок и Румынии, есть и рынок Европы. Конечно, там очень конкурентоспособно. Конечно, я страдаю от того, что сегодня рынки лихорадят, особенно в зоне IT и так далее, где я теряю очень много денег. Но, тем не менее, там понятно, что я теряю, потому что я тупой, а не потому, что кто-то у меня забирает бизнес.
Золотая жила сейчас вот это IT или что-то другое? Это иллюзия, это самое большое. Я сегодня объяснял руководству страны, что IT – это сегодня самая несчастная отрасль. Инвестиции в IT worldwide сократились на 80-90% за прошлый год. Вся эта модель, которая была на growth, да, когда каждый приходил с какой-то идеей в телефоне и уже получал миллион, она ушла в прошлое. Это нужно быть очень осторожными сегодня. Сегодня не только о росте, сегодня идет о value. То есть ты должен быть профитабельным. У меня есть пару бизнесов, которые имеют как бы и рост, и имеют доходность. Балансирует. Да, и они имеют еще до сих пор прекрасную как бы валю. Там. А другие, которые отстали по доходности, я думаю, что я, к сожалению, вынужден буду их бросить в корзину. Мы говорим о десятках миллионов. Проектов. Да. То есть сегодня и всегда, вот у меня иллюзия была, когда я закончил с большой индустрией, сказал, вот я хочу только IT. Правда, меня как бы судьба приберегла, и у меня есть и диверсифицированный, был и real estate, есть и промышленность, и сельское хозяйство. Я достаточно диверсифицирован, но то, что сегодня кто чисто в IT, тот, конечно, страдает серьезно. Почему ваш основная часть бизнеса все-таки в Румынии, не в Молдове? Почему не в Австрии, в Германии? Я пытался делать в Австрию. Первые мои анализы были там. Я был готов купить производство двигателей у General Motors. Представляете, какой я тогда был наглый. У General Motors в Австрии. И меня один австриец пригласил и сказал, говорит, слушай, Ион, а ты не знаешь, что Австрия это для австрийцев? У нас есть 100 семей, которые держат основные активы. Ты приезжай в свою Румынию, там делай, или в Молдову, там делай бизнес. Вам в Румынии не сказали, что Румыния для румын, которые там родились? А я румын. У меня паспорт, у меня я плачу налоги и так далее. Я прошел через все круги ада, как басарабец в Румынии. И должен был доказать, что я не верблюд в Румынии. И мое большое как бы, преимущество было, что все-таки они не хотели обижать бывшего премьер-министра. Хотя некоторые вытирали ноги в прямом смысле об меня. Последний вопрос, который я успеваю задать. У меня вопросов есть еще на одну передачу, поэтому я вас еще буду приглашать, буду мучать. Вы отказываетесь, но я буду настойчив. Что нам ожидать? Мы практически на перекрестке лет, через пару недель Новый год. Что нам ожидать в 2024 году? Вы сказали, что война – это еще 1,5-2 года, президентские выборы. Перед тем сказать, что нас ожидает, я просто прошу всех наших телезрителей проанализировать еще раз прошедшие 2 года и понять или принять тот факт, что Молдова прошла через страшные испытания, и все-таки выдержала на плаву, и мы как-то смотрим с каким-то оптимизмом и ожиданием в 2024 году и начало переговоров с Евросоюзом и так далее. С войной, конечно, ничего как бы оптимистичного у нас нет, кроме как патовой ситуации, которую нужно будет решать за столом переговоров. В какой формате, как, это другой вопрос. Но факт, что линия фронта будет далеко от нас, и мы сможем продолжать свой европейский, если извините за банальность, курс. И мы сможем не на этой неделе, через 3 месяца, начать переговоры с Евросоюзом, и что мы сможем модернизировать в первую очередь страну по лекалам Евросоюза, и это будет вознаграждено большими инвестициями со стороны Евросоюза. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Дай Бог, мы будем следить и будем с вами обсуждать еще эти вопросы. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была «Новая неделя» с Анатолием Голя. До встречи в понедельник. Всего вам доброго.